друзья мои. Вот, с вами блог-сплетник. Блог-сплетника. 25-й выпуск. Вот в этом месяце, друзья мои. Это заставочка такая. Да, красивые такие цветочки. Да, вы знаете. Тут рядом негры. Негры, девушки. Знаете. Такая красота. Вот прям вот. Поцелуя небес. Прическу плохо сделала. Вот, блог-сплетника. 25. Блок сплетника. Видите, какая красота. Ну, друзья мои. Вот такая вот чучундра. Да. Так что вот так вот. Вот, мне накапать, друзья. Это блок сплетника. Привет, милые мои. Я тут. Короче, друзья мои. Это была просто заставочка. Заставочка 25-ку выпуска. Вот, думаю, в следующий раз что-нибудь сделаю. Так, начнем нашу новость. Кто-то мне говорил, чтобы я сделал про маму. Я сейчас сделаю. Скажу. А маму? Ой, мама отличника. Совмещу приятно с полезным. Ой, мама отличника. Начнем. Ой. Так вот, мама отличника, друзья мои. Сейчас я вам... Сколько тут... Сейчас посмотрю комментарии, сколько. Расскажу вам. За 4000к такую фигню никогда не куплю. Ой. Ну дорого же они только же стоят. Ольга Мартыненко пишет. Ксюша Прохорова. Каждый день одна реклама. Уже не интересно. Выключаю. Дальше. Так скучно смотреть эти рекламы. А тем более посвящать этому целый блок. Ну мама отличника, ты что делаешь? Ты что делаешь? Издеваешься над народом. Показываешь рекламу. Для чего? Люди не хотят тебя смотреть. Скучно. Тимур Тим пишет. Не верь, Михалыч. Каждый твой шаг через этот браслет видно. 5 ответов. Надо Михалычу такой повысить. Будет работать по принципу жучка. И выводит геолокацию Михалыча на браслете ЕП. Если объект отклонился от маршрута, то загорается красная кнопка. Поступает звуковой сигнал. Дангер. Гата пишет. Этому ответ одного там банавики какой-то. Не, лампочки мало. Надо как собакам в ошейник разряд, чтоб знал, куда можно, куда не. Тимур прям смеется. Это Элия смеется прям. Софи Марсо пишет. Еще при Денджере ток можно пустить. 300 В. Вот, короче, 300 вот. 300 ватт, или как его? Пусть это его ебашит, если выйдет за дозволенные границы. Боже ты мой. Тут Ваня мешает мне вот. Говорит, ёперный бабай, хватит эти сволочи показывать. Меня уж, говорит, показывай. Ой. Вот Вика Незлюбина пишет. Видео про бесполезные браслеты. Начинается на 2 минуте 28 секунды. И заканчивается на 9 минуте 27 секунды. Не благодарите. Короче, показать 4 ответа. Но вы посмотрели все это бесполезное видео. И даже засекли время посекундно. Идите уже, не позорьтесь. Раньше хоть 3 минуты, а сегодня целая серия. Ай-яй-яй-яй. И Ева пишет. Это Вика Незлюбина. Реально большое вам спасибо. Виде нравится погодка, природка. Но это жемчуга янтаря, полный трэш. Перематываешь. Ой, перематываешь. А тут раз нажала, посмотрела, так что спасибо. Ой. А вот тут он. Женя Михайлова пишет. Вот. Еще корону янтарную. Один. Марина Скорова пишет. Ахахах, лучше из бриллиантов. Императрица, однако. Ну да, она императрица. Ай-яй-яй. Это так. Щука. Я уважаю маму отличника. Там пальчик вот так вверх стоит, друзья. Амина поставила. Вот этой вот чучундрочки. Ой, Манечка. Да такую хрень, как... Какая-то они браслеты. Ну, все, рекламы все больше и больше. Скорее бы Михалыч что-нибудь учудил бы. И уверен, полный инфоповод порыдать на камеру. Да, на камеру. Лена полная. Вы спец по кухне и уборке. В остальном с вами пустая трата времени. Больше половины вашего времени сплошная реклама и дурацких бесполезных ремешков с янтарями и бриллиантами уметая. Вы совсем уже на заработок в рекламе сели. И обнаглели. Давайте нормальные полезные видео там смотрим своим подписчикам, а то отпишемся.
Ну что вы? Ну что, выписала я этот браслет. И скраб янтарный. Ожидала большого, большего. Скажу, что денег таких он уже не стоит. Фигня это все. Ой, удивительно. Кошка-то так сидит спокойно. Но я бы поцарапала бы всех, как можно. И орала бы во все горло. Ну, вы, Елена Павловна, как всегда хороши. За 12 минут рекламы, вот ЕП, плюс еще 100 раз рекламных роликов. Ой-ой-ой-ой. Ну да, пишет Елена Чалова. Ой, ну да, ведь тупые вокруг не знают, что надо кошек и собак подстригать. Юлия Иванова пишет. Елена, не поддавайтесь вы рекламе. Ой, не дешевите себя. Не дешевите, не дешевите. Ответочка такая из 11 ответчиков. Юлия Иванова. Как... Не каждому, если вся семья рекламирует эту марку, я понимаю, один раз, ну два, а уже дошло до каждого видео почти, а сегодня прямо все видео этому вот посвящено. Мы же полюбили Елену за другое, не скрывайте, что вам самой приятно это. Ой, это заработок, причем довольно хороший, это пишет Наталья Мацак, и ничего постыдного в этом нет. Ой, Инна Швец пишет, бред не пишите, она доносит до нас информацию, а не продает. Ай-ай-ай. Юлия Иванова пишет. Это не бред, а факт. Это называется реклама по расписанию. Сегодня есть реклама, завтра ее нету. Вот. Как фруктики. Например, банан ты скушал. Сегодня он тебе понравился, а завтра ты купил бананчик. А он пиздец. Невкусный нахрен. Зеленый, как картошка. Вот так вот. Милые мои. Но я не понимаю таких вот женщин. Мама отличника. Исправляйтесь, исправляйтесь, мама отличника. Вон маня моя такая исправляется. Она всегда вот любит вот так вот поиграть на камеру. Вот и, как говорится, и мама отличника тоже может поиграть на камеру, гоняясь вот за такой вот, как говорится, вот за такой виветочкой. Ой, вот так вот, понимаете? Мама отличника — это звезда Ютуба, еще такая. Михалыч, давай-ка еще измени ей, с какой-нибудь толстушкой приди. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот видите, еще бананчик вот скушал. Ой, друзья. Так я наговорим. Ладно. Ой, будем готовиться к 26-му выписку, да? Следующий выпуск. Ой, выйдет, милые мои. Как Маня скажет, так она и выйдет. Понимаете? Ну, вот так вот. Тю-тю. Вот такой вот а-тю-тю. Милая моя, ты милая, сигаретка ксивая, я такая очень девочка хаюся. Господи. Я люблю тебя и кую-кую-кую-кую. Да пасивы, муси-пуси, наси-каси. Ой, друзья, что-то я распелся. Ой, ладно, друзья мои. Ой, пока, люблю, целую, обнимаю. Маня вам добра желает. Кыся, еще там. Ой, все, пока, что-то я заболел немножко. Что-то наговорю. Все, пока. Следующий будет про Иру. Ну, вы сами знаете, догадайтесь. С одного раза. Пока, девочки.